Всем привет, и в этом уроке мы научимся с вами создавать несложный эффект матрицы в After Effects. Создаем новый проект и новую композицию. Для начала создаем solid, называем его particular и накладываем на него одноименный эффект Particular. Вы можете видеть, как появляются частицы из эмиттера. Вместо этих частиц у нас будут цифры, поэтому создаем новый текстовый слой и рисуем 0. Так, цвет сделаем белый, размещаем по центру. Размер 100 у меня, Shift Ice Rock. Делаем Precompose, называем это дело цифры. Открываем, заходим в настройки композиции. Размер сужаем до 120 на 120. Так, ставим по центру. Раскрываем текст, Saurus Text нам необходим. Ставим ключевой кадр, первое значение 0. Ctrl вправо сдвигаем на один кадр. И делаем иди. Так. Случайно удалил. И делаем единичку. Опять кадр вправо. 0. Кадр вправо. Единичка. Теперь просто копируем. Так. Вот таким образом должно быть. Теперь просто копируем это все дело до конца. Вы можете использовать более разнообразную матрицу, например, из иероглифов, ну или больше разнообразных цифр. Так, ну у нас все просто. Два вида цифр, 0 до 1. В общем, вот таким вот макаром мы довели до конца. Создадим adjustment layer для того, чтобы изменять цвет у элементов. Назовем его цвет и накладываем сюда эффект под названием fill. Цвет светло-зеленый. Возвращаемся к композиции, цифры убираем из виду, обратно возвращаемся в particular, раскрываем particle, количество, время жизни 5 секунд, рандом 100. Тип партикуляра мы выбираем спрайт. Раскрываем texture, layer от нашей цифры. Теперь там появляются наши цифры. Их не видно, поэтому размер делаем 26. Теперь более наглядно. Вы можете видеть, как цифры меняются то 0, то 1, причем все одновременно. За эту опцию отвечает Time Sampling. Вместо Current Time я выбирал Splice Split Stretch. Получается более рандомно и интересно, что ли. Что ж, тут мы закончили. Открываем эмиттер и настраиваем положение наших элементов. Velocity 0, чтобы они не разлетались. Emitter Type выбираем Box. Emitter Size по X делаем поболее, где-то 2000. По Y 0, чтобы они были в один ряд. И по Z сделаем 3000.
Если мы создадим новую камеру, то мы можем увидеть, что наши цифры находятся в 3D элементы. И еще можете заметить, что цифры поворачиваются на вас, к вам лицом. Это потому, что у нас выбрано спрайт. Если бы мы выбирали текстуру, то элемент был бы плоский при повороте. Он, ну, плоский, как не знаю что. В общем, у нас будет спрайт. В принципе, мы не собираемся камеру поворачивать. А пока ее удалим. И далее эмиттер поднимаем вверх. Таким образом, чтобы у нас не было видно момента, где элементы появляются. Вот здесь видно, поэтому делаем минус 250. Даже можно минус 300. Вот таким макаром. Все. Количество элементов в секунду. У нас будет значение 100. Нам, в принципе, этого хватит. Теперь заставляем падать наши элементы. Заходим в Physics. И Gravity указываем 420. Теперь наши элементы падают. Дождь из цифр. А для того, чтобы создать фантомы, которые как бы за ними идут, раскрываем AUX System, Emit выбираем Continuously, Particle в секунду. Количество элементов в секунду, которые за ними идут, у нас будет 20. Время жизни сделаем единичка. Это время жизни хвоста получается. И размер делаем 26. Чтобы главные цифры не сливались со всем фоном, opacity уменьшаем до 30. Так, наши цифры более отчетливо видны, которые первые. И выглядит это интересней. Что ж, с матрицей мы закончили. То есть вот наша матрица, она работает. Так, теперь, собственно, эффекты. Заходим на слой Particular, накладываем эффект Glow. Это даст нам свечение. Первое значение ставим 0. Радиус, интенсивность не меняем. Цвет B сделаем темно-зеленым. Теперь для, скажем так, для более интересной картинки я добавлял эффект Shine. То есть Adjustment Layer, эффект, TrapCode, Shine. Transfer Mode я выбирал ODD. Остальные параметры не меняем. Заходим в Colorize. И Colorize делаем Chemistry. Вот, собственно, так. Далее. С матрицей мы закончили. Перейдем к тексту. Создаем новый текстовый слой и пишем Matrix. Шрифт. Так. Шрифт нам нужен вот такой. Размер, наверное, увеличим до 200. Ставим по центру. А, написал не полностью. The Matrix. Даже не по центру, а больше на букву M. А, внимание, все. Отводим. Так.
Ладно, оставлю так. Размер сделаю 125. Собственно, далее делаем прекомпоз. Называем это The Matrix. Для того, чтобы создать этот эффект падения букв сверху, причем рандомный эффект, я пытался сделать как в фильме, поэтому делал вручную, а по идее можно сделать автоматически, только там будет все рандомно. Заходим в Animate и нажимаем Position. Указываем позицию повыше, так чтобы не было видно букв. Раскрываем Edge Selector, Start 0. Отводим примерно на сколько? На секунду, я думаю, нам хватит, и делаем 100. Как вы можете видеть, буквы падают, но они падают по очереди. Для создания рандомности мы заходим в Advanced, то есть продвинутые настройки. А здесь мы можем найти Random. Делаем On. Смотрим, что у нас получается. Вот, в принципе, вот в таком вот виде. Вполне даже. А для того, чтобы создать этих фантомов, мы просто используем стандартный эффект, который называется эхо. Эффект эхо. Эхо тайм указываем 0,5. Даже не 5. 533. Какие тут уже будут? Десятитысячные или как-то так. А далее number 5 и desai 0,4. Что мы получаем в итоге? Вот такую картину. Вот такая картина у нас получается. Мы видим фантомов. Расстояние между ними определяется здесь. На всякий. Ну, то есть я сделал вот так. Что ж. Вернувшись ко всему этому. Если мы сделаем под нашим adjustment слоем, который, по идее, должен называться Shine. То мы увидим свечение на словах. Если вы хотите создать... Как их назвать-то? В общем, вот такую штуковину сделаем копию. На нижнюю копию накладываем Glow. Styles Glow. Теперь создадим новый Solid. Назовем его Grid. Так. Generate Grid. Invert. Вот такие вот кружочки или квадратики для того, чтобы создать. Вот. Занимаемся такой ерундой. Теперь это опускаем под второй матрикс. И Track Mate указываем Alpha Mate. Делаем Full. И вот получаются такие квадраты. Цвет их можно поменять. На грид просто накладываем Fill. Так, Fill.
какой-нибудь темно-зеленый цвет. В общем, вот таким вот макаром. На этом все. Я думаю, все довольно вам просто показал. А, смотрите, у нас тут как получается. Так. Слишком. А. Да, я, похоже, слишком низко сделал. Аниматор. Еще выше. Теперь нормально будет. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи.